Ветеринария на страже здоровья животных и человека. Сегодня эта служба играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, в защите животного мира от инфекций, которые могут передаваться и человеку. В Выборге прошло зональное совещание специалистов станций по борьбе с болезнями животных Выборгского и Приозерского районов. Руководители и начальники отделов подвели итоги работы за 2018 и наметили планы на год текущий. Выборгский район занимает второе в регионе место по реализации сельскохозяйственной продукции. На территории муниципального образования работают крупные птицефабрики, молочные хозяйства, рыбоводческие предприятия, а также множество крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Все они требуют пристального внимания ветеринарной службы. Конечно, важная роль именно ветеринарной службы, конкретно как по всей Ленинградской области, так и конкретно нашей Выборгской, в том, чтобы продукция выращивалась и потом доходила до потребителя действительно безопасная. И никакие эпидемии, еще что-то не могли помешать нам все-таки выполнять те задачи, которые перед нами ставит правительство Ленинградской области. В Выборгском районе работает противоэпизоотическая комиссия. Проводятся учения по недопущению опасных инфекций и вирусов, таких как чума свиней и птичий грипп. Скот регулярно вакцинируется. Проводится работа с населением и рейды по несанкционированным торговым точкам. Постепенно Выборгский район переходит на систему «Меркурий» – обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Будет отслеживаться государством, чтобы не было фальсификата молока, чтобы натуральное молоко идет от производителя через ветеринарную службу, сертификаты ветеринарные, и все будет в компьютерной базе проходить через «Меркурий», куда они сдали, на какую базу, на какой молокозавод, какому участнику сдали, потому что без этого не будет справки ветеринарной. Государственные ветврачи работают в каждом поселении, помогают крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам. На крупных предприятиях создан свой штат специалистов. Благодаря усилиям всех ведомств ситуация на территории района остается благополучной. Все здоровье животных должно быть, как и здоровье людей, на контроле ветеринарных врачей. Потому что здоровые животные, значит, и от него здоровое вся продукция, и значит, и люди, которые ее едят, тоже будут здоровыми и счастливыми. В планах на 2019 год у станции по борьбе с болезнями животных открытие новых ветеринарных участков, введение дополнительных услуг, в том числе для домашних животных, и реализация комплекса мер для сохранения благополучной эпизоотической ситуации.